Этот концерт как лакмусовая бумажка для любого исполнителя. Вы знаете, дело в том, что когда солист играет, как бы он ни играл, как бы ни отличался он от других в этом концерте и играет то же самое, как бы по-другому он ни играл, если он логично играет, то тогда все понятно. Если в том, что он делает, нет логики, тогда довольно сложно. Но в принципе последние много лет мне, в общем, везет, что я играю с очень хорошими музыкантами, так что проблем не возникает. Вот бетховенские концерты, Брамса, моцартовские концерты, они сразу определяют, насколько он образованный музыкант и насколько он вообще музыкант. Я не знаю почему. После первых фраз, которые играет солист, примерно сразу понимаешь, какой дорогой он идет музыкальной. Так что как-то сразу, так же как музыканты, когда дирижер еще выходит, они знают, хороший он или нет. Не знаю, почему так. Это примерно так, как вы знаете, встречаете в жизни человека, первый раз увидели, и сразу вы чувствуете, что он неприятный. Что как-то химия не работает. Или первый раз видите другого, вдруг сразу симпатичен он вам. Вы еще слова-то не сказали ни с кем. Так же и в коллективах вот так. Сразу есть какое-то, что-то срабатывает, я не знаю что. Это слишком хитрая штука, не понять. Когда первый раз становишься перед оркестром, вот с первого момента что-то устанавливается, взаимоотношения добрые, хорошие, или потом и не исправить, не получается потом. Конечно, в этом смысле гораздо проще с оркестром, который тебя знает довольно много лет, и ты их знаешь всех. Проще, ты знаешь, от кого что ожидать еще. Тогда это Брамса. Так видите, ноты Брамса играете, а играете Чайковского. Между нотами. Поиграйте сами. Самое хорошее качество этого оркестра, даже не то, что они хорошие музыканты в большинстве своем, в подавляющем большинстве, а то, что хотят они или не хотят, они генетически несут в себе историю этого оркестра. Они несут сознание, что перед этим оркестром стояли самые-самые великие музыканты, и дирижеры, и исполнители. Это как-то генетически в них живет, это сознание. Это самое большое достоинство. Вот такие концерты, как Брамса, и фортепианные концерты, и скрипичные концерты, это, собственно, не аккомпанемент, это не сопровождение. Это то, что в конце концов и означает концерт.
старину подразумевалось, что это имеет смысл соревнования. То есть один человек, солист, он соревновался как бы с теми, кто сопровождает. И это воплотилось, начиная, собственно, с Брамса, с Бетховена, когда концерт – это не сопровождение солиста, а это совместная, это почти симфония. Поэтому это не то, что подыграть. Это равноправные и солист, и оркестр. Любой концерт Юрия Хатовича Тимирканова – это событие, потому что музыканты такого уровня – это само по себе событие. Потому что я в данном случае сознательно употребляю слово «музыкант», а не «дирижер». Потому что дирижер – это узкая специализация, так сказать, капельмейстерство, что ли. Человек, который поднялся на совершенно другую точку. Вообще у меня есть такая теория, она очень интересна, что характер оркестра, общий характер, он соответствует характеру главного дирижера. Да. Юрий Хатович к нам, к музыкантам, свое представление в нас вкладывает. Не просто прийти на работу, а качественно отработать, а именно служение. И он в первую очередь требует от себя. Ведь мы же 25 лет вместе, служа на этой сцене, видим образец служения делу. Меня всегда две вещи потрясают. Вот на нем маска и облик светского человека. Потом он становится к оркестру, вот это мне не понять, вот эта модуляция. Он становится к оркестру, и все. Вот какая-то совершенно другая личность. Он умеет великолепно работать с певцами. То, что сейчас он делает, к сожалению, не очень часто, но вот до сих пор, например, в Мариинском театре, бывшем Кировском, вспоминают просто его занятия, уроки, спевки. Это было что-то уникальное. Он попросил всех солистов не петь, а лишь просто декларировать текст. И насколько это оказалось декларировать под музыку, и насколько это оказалось непросто. Недаром он обращается постоянно к Иоланте Чайковского. Оперу целиком, да? Концерт. Да. Хоть и говорят, что Петр Ильич не любил концертное исполнение, считая, что концертное исполнение убивает. Но я считаю, что в нынешнее время, когда такое количество пошлости на экране, когда такое количество пошлости в общем и на сценах в разных залах, если публика придет на концерт, даже в концертном исполнении опера, все-таки это хороший, необходимый такой импульс. Потому что беда режиссеров, вот тех, которые музыками... А Аист Покровский написал же гениальную фразу, он сказал: режиссер не должен пытаться установить контакт со слушателем поверх композитора. Да. Мы более того, сейчас в театре, сейчас у нас большой список опер, которые мы можем и хотим сделать именно в концертном исполнении. Наш опыт такой с «Сивильским цирюльником», который мы сейчас делали, он показал, что и публике это нравится.